Один из самых старейших отрядов на страже рубежей нашей страны появился еще в Никольск-Уссурийском в 1922 году, в то время как первые пограничные органы были сформированы всего 4 годами ранее. Если взять прибытие любого гражданина любой страны, наше государство, то, естественно, первое его встречает пограничник, это лицо государства. В свой юбилей многие не смогли оставить посты, но грамоты и благодарности получила большая часть отряда. За отличное выполнение поставленных задач пограничникам вручили памятные наручные часы. Сегодня служба предотвращает незаконное перемещение товаров и людей через границу. За 90 лет сохранности порядка на дальневосточных рубежах пограничников поздравили представители администрации и Думы Уссурийска. Быть пограничником сегодня значит не только отстаивать с оружием в руках границы нашей страны, но и бороться с терроризмом, пресекать наркотрафик, случаи нелегальной миграции и контрабанды. Отличившихся сотрудников наградили благодарностями от депутатов округа. Наталья Зайцева, Сергей Удовиченко, Телемикс.